фристайлер. Фристайл-каякинг или родео – именно под таким именем этот неолимпийский вид спорта пришел в Россию из Америки. Выполнение акробатических элементов на каяке – небольшой одноместной лодке. Элементы во фристайл-каякинге во многом схожи с элементами спортивной гимнастики. Как гимнаст использует отскок от батута, так каякер – течение и выталкивающую силу воды. И названия элементы имеют другие. Например, водное сальто называется луп. А вот Space Godzilla, аналог арабского сальто. Вот картвилл. В гимнастике ближе всего к нему колесо. Базовых элементов фристайла около 20. Возможно, их выполнение как налево, так и направо, через нос и через корму. На соревнованиях каждый элемент имеет свою оценку, в зависимости от сложности исполнения. Цель соревнований – набрать максимальное количество очков за отведенное время – 45 секунд. Соревнования по фристайлу – это зрелищное и захватывающее шоу. Особенность родео в России – сезонность. Если летом возможны выезды на бурную воду, то зимой приходится заниматься в бассейнах, на спокойной воде. Техника выполнения элементов при этом аналогична. Для занятия родео в бассейне необходимы 2-3 дорожки с разрешением на время тренировки снимать разделители, как снимают их, например, ватерполисты, и помещение для хранения лодок. Перед первым спуском на воду лодки обрабатывают хлорсодержащим моющим средством, что полностью исключает возможность загрязнения воды в бассейне. Лодки сделаны из полиэтилена, они не царапают кафель. Родео практически безопасно. Падение в воду после неудачно выполненного элемента не вызовет травмы. Водная акробатика не ведет к переломам и сотрясениям. Вода прощает все. Опасности утонуть нет. Даже на бурной воде все действие происходит, как правило, на локальных участках, за которыми достаточно спокойно. А снаряжение каякера, спас-жилет, шлем гарантируют ему дополнительную безопасность. Развитие тела в водном фристайле, как и в гимнастике, очень гармонично. Задействованы все мышцы – руки, плечи, спина, пресс, бедра. Нагрузка распределяется равномерно. Это спорт, труд, но ощущения, которые он приносит, несравнимы ни с чем. Это совсем другой уровень взаимодействия с водой. Это игра, это свобода. Это фристайл-каякинг.